Аллилуйя. Да, можно быть. Да, ну еще под занавес хочу прочесть кое-что. Перед тем, как мы займемся, тоже из Нового Завета, только с другого места Писания. В конце хочу отпуск такой. Да, да, да. Витаю, Витаю, слава Богу. У вас больше, о чем просто. Слава Богу. Лучше, чем у вас. Да, праздник с лишним. Будь мол уважен. Благословляю, благословляю. Место из Писания такое, это к Римлянам 8 глава, но я прочту в переводе епископа Кассиана. Мне очень так, ну, интересно такие моменты есть. Здесь написано так, выборочно читаю. Итак, нет теперь никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе. Ибо закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Ибо невозможности закона, бессильного повиния плоти, Бог, послав Сына Своего, в подобие плоти греха и по причине греха, осудил грех во плоти для того, чтобы праведность, предписанная законом, была исполнена в нас, не ходящих по плоти, но по духу. И далее. Христос вас... Если кто Духа Христова не имеет, тот не его. Если же Христос вас, то тело мертво через грех. Но Дух есть жизнь через праведность. Вот я извиняюсь, вот, когда над этим переводом я вот размышлял сегодня, знаете, вот как-то, не знаю почему, но утром как-то не особенно, знаете, что открылось? Вот Дух, закон Духа какой? Вот именно размышляя о Христе, что Он моя праведность, размышляя о Нем. Вот, понимаете, я как бы обновляюсь через это. И только в этом мое обновление и моя жизнь. И тогда Дух есть жизнь через праведность. Вот как здесь написано, интересно его в этом переводе. Вот в переводе с Адамом, но Дух жив для праведности. А здесь у него, но Дух есть жизнь через праведность. Через праведность это для кого? Иисуса Христа. Да. Размышляя о Нем, об Иисусе, да, вот, действительно, жизнь приходит. Я это испытал. И испытываю, и вам желаю. И пусть благодаря Господу нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа прибудет со всеми нами. Аминь. Аминь. Теперь я и благословляю вас. Браво!
Да, слава Богу. Вот служение закончилось наше. Вот. Да, благословляю всех вас во имя Господне. Вот, и привет из Киева всем. Вот, слава Богу. Следующее воскресенье, если кто будет в Киеве, то добро пожаловать сюда. Вот, значит, или здесь, или же в кабинете, но мы будем собираться на 4-м этаже также. Пусть Бог вас благословит всех во имя Иисуса Христа. Шалом, мир всем.